Задали задание в садике выбрать один полезный продукт и один вредный продукт и нарисовать. Вот мы с Геной выбрали из вредного продукта картошку фри. Так вот мы нарисовали. А из полезного выбрали апельсин. Ой, не апельсин, мандаринку. И вот мы с Геной нарисовали. Вот такие вот у нас получились красивые картинки.